Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Велавива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрении я хочу предоставить. Городской велосипед, мужской, от украинской торговой марки «Каванч». Модель называется «Holiday M». Это велосипед комфортный для мужчин. Девушки также могут кататься на этом велосипеде. Но на самом деле торговая марка «Каванч» делает велосипеды «Holiday» и в женской раме. Поэтому не можем вам напомнить, что есть такие же велосипеды с изогнутой женской рамой, но многие девушки считают, что прямая рама – это самый оптимальный вариант при выборе велосипеда. Поэтому Holiday M Man велосипед с рамой алюминиевой, размер колес 26 дюймов, колеса передач 3/7. Отличительная черта этой модели городского велосипеда торговой марки в том, что здесь стоит кассета. Тогда как есть еще один велосипед от этой торговой марки, называется Rio Grande, там трещотка. Это два отличительных главных элемента в городских велосипедах у украинской торговой марки Каманч. Более детально в описании велосипеда Holiday M стоит следующее отметить. Первое, это конечно колеса. Они 26 дюймов имеют размер. При этом у них достаточно классическая хорошая покрышка. Центральная часть гладкая, по бокам шипы. Это говорит о том, что велосипед легко будет ехать по асфальту, тихо. А если будет езда по пересеченной местности, лесополоса, то без проблем боковые шипы будут устойчиво держать велосипед. Колесо имеет обод алюминиевый, двойной, усиленный. И втулка JoyTech. Это одна из хороших компаний JoyTech, которая делает хорошие втулки. И, естественно, на велосипеде качественном будут стоять именно качественные втулки JoyTech. Колесо снимается легко при помощи легкосъемного эксцентрика, без проблем. Не надо никаких дополнительных ключей при желании транспортировать велосипед. Стоит просто предварительно отжать тормозные колодки, сняв, получается, тормоз, вот так отведя, и потом снимать можно уже колесо, открутив эксцентрик. Крылья металлические с опорами, что позволяет не дребезжать самому крылу, комфортно при езде. Да. Вилка с ходом 70 мм, ну, стандарт для простого прогулочного велосипеда. Будет отрабатывать хорошо на бездорожье. Рулевая большая. Большая рулевая, она позволяет комфортно ехать. На этом велосипеде каждый мужчина себя будет чувствовать комфортом на дороге. Ехать будет удобно, комфортно, потому что возможность поднимать руль есть, и сама по себе рулевая колонка очень большая, поэтому комфортная посадка обеспечивает вам комфорт при езде. Также комфорт обеспечивает у велосипеда Holiday сидуха. Сидуха, можно сказать, диван. Вы садитесь и в этом просто млеете. Которая очень большая сидуха, и при этом сидуха амортизационная. Есть штырь, который амортизирует здесь пружины. Поэтому комфорт каждому обеспечен. Руль, сидушка, подсидельная труба будут идеально давать возможность кататься с комфортом. Ну и не последнее, самое, конечно, хочется отметить. Тормозные ручки. Их называют грипсы. Они анатомические, изогнуты, рука ложится и комфортно лежит. Поэтому вы просто будете отдыхать на таком велосипеде. Руль алюминиевый, легкий, тормозные ручки и монетки совмещены, это называется моноблоки. Передний тормоз, передний переключатель с шкалой скорости на 3 передачи, на 3 скорости. И задний тормоз, задний переключатель 7 скоростей с шкалой градации. Есть возможность регулировать и сам руль по высоте, и по углу наклона. Регулируется вынос руля. Комфортно и качественно. Шатуны стандартные, ничего особенного, хорошие, с щитком. Пластиковые педали. Очень комфортно будет все. Есть на велосипеде специальное отверстие. Раз, два. И с этой стороны на раме эти отверстия позволяют установить багажник. И городской велосипед превращается в туристический. Ставим багажник, и у вас уже нормальный, хороший туристический велосипед на большие расстояния. Сзади стоит кассета. Повторюсь, это усиленный элемент на хорошем велосипеде. Нагрузка может выдерживать такой элемент до 120 кг. Имеется в виду, что вы на скорости, спускаясь с горы, попадаете в яму, и колесо будет выдерживать без всяких проблем любую нагрузку, потому что там стоят хорошие подшипники.
на широком расстоянии друг от друга. Ну, это уже более детально в следующем обзоре. Втулка задняя, тоже Joytech, хороший элемент. Камера стоит с автомобильным ниппелем. В общем, велосипед на самом деле отлично создан для того, чтобы кататься и получать удовольствие при небольших поездках. Данный велосипед имеет размер рамы 21 дюйм, что составляет расстояние от вала каретки до подсидела. Или в сантиметрах это составляет 54,5 сантиметров. Ну, а при более точном определении, насколько подходит вам велосипед, надо исходить из того, что расстояние от пятки до паха у велосипедиста должен быть 84 сантиметра. 84 сантиметра – это минимум тот зазор, который должен быть у велосипедиста от пятки до паха, чтобы можно было кататься на велосипеде с рамой 21. Если вас заинтересовал велосипед Holiday M от торговой марки Comanche, приходите в наш спортивный магазин. Также хочется еще отметить, что у велосипеда вес достаточно скромный при его комплектности, потому что комплектность и крылья, и багажник, и подножка, это все дает определенный вес. 15-150. Фактически 15-200 для велосипеда, который из алюминия, это шикарный вариант на многие годы, как говорится, на многие лета. Понравился велосипед? Приходите в магазин наш покупать. Понравился видеообзор? Оставляйте отзывы на YouTube-канале Веловива. Хотите приобрести, доставку оформить? Оставляйте отзыв, заказывайте на сайте velovivo.com.ua, и мы вам обязательно его привезем. Постоянным клиентам скидка. До скорых встреч!